Всем привет! Я тут только что придумал и основал новое движение. Называется «Байкеры детям». Ну, в смысле, оно уже где-то есть, но здесь сегодня не было. Вот теперь есть только что. Я придумал. Поехали мы в детский дом. Ну, мы с вами, в смысле. Вот, сейчас немножко посмотрим, что тут есть вокруг. Вот, накупил я памперсов, риса и... Ну, то есть они мне дали список, я заезжал вчера. Памперсы, рис и подсолнечное масло на нем жарить. Мусорные пакеты. Памперсов больше всего. Вот, и хочу вам немножко показать устройство детского дома. Тут все прям с таким серьезным размахом. Он при католической миссии. Вот он. Зачем показываю? Не чтобы похвастаться, какой хороший, а чтобы вы знали, что это в Паттайе есть. Здесь 160 детей. Из них 40 детей, как сейчас принято говорить, особенные. 16 с ДЦП. Это в основном дети... Сейчас у них тихий час как раз, да? Это в основном дети беженцев из Бирмы, Камбоджи, Лаоса, наркоманы, алкоголики, неблагоприятные семьи. Кстати, меня просили детей не снимать. А, вот, есть дети с трехмесячного возраста. Здесь сейчас они говорят, что переоформляют систему. Это вот футбольное поле у них. Вон там играются, даже есть некоторые, видимо, они... Их освободили от тихого часа. Волейбольная, баскетбольная площадка. То есть у них тут зачетно все. Ну, мне нравится. По крайней мере, я себе детский дом не так представлял. Так вот. Просто, чтобы все знали, что здесь детский дом есть. И они нуждаются в помощи. Государство им не дает вообще ничего совсем. Вот. Детский дом и все эти дети живут только на то, что привозят им люди. Ну, тайцы на самом деле сердобольные, они верят в карму, видите. Смотрите, какое дерево красивое. Кстати, погода у нас последние дни стоит прям вообще огонь. Кататься на мотоцикле, вот прям супер, собственно, чем я и занимаюсь. Вот, и чтобы вы об этом знали и при случае что-нибудь им привозили. Например, ну, представьте, 160 детей, это любую еду в любых объемах привози им так, на один зуб. Вот этот рис, что я привез, там килограмм, наверное, 200, может, побольше чуть. Как бы это им полраза пообедать. Вот, сейчас пойду все это разгружать. Ну, попрошу, чтобы мне помогли, конечно. Спросил, можно ли показывать детей, сказали нет. По законам Таиланда нельзя других третьих лиц снимать, выкладывать без их разрешения. Ну, а дети, видимо, не могут дать разрешение. Вот, еще тут у них прекрасная кактусная оранжерея. О, там вопят засранцы. Сейчас подгузников им подвезем. Ой, кактусы причем. Даже что-то вон тут. Смотрите, что это, блин. Кто в кактусах, поставлю на место на всякий случай, кто в кактусах разбирается, что это за перчики, блин. А, и вон даже цветут. О, пожалуйста, то есть, видимо, климат подходящий. Ну, вот так вот, как нагуглить это место, это улица Сукумвит. Вот так набирайте, я именно так сделал, и попадете точно сюда. Им нужно все в любых объемах. Госдотаций нет у них.